Физическая подготовка на свежем воздухе – один из этапов работы тренеров и спортсменов летнего лагеря отделения бадминтона детско-юношеской спортивной школы «Одинцово». Вместо привычной зарядки – череда упражнений на выносливость, координацию, быстроту и реакцию. Именно в таком динамичном формате и должна проходить разминка, уверены тренеры. На данном этапе физической подготовки мы развиваем у детей общую координацию, скоростные качества в работе рук, ног, ловкость, скорость, быстроту движений. И вот эти разнообразные упражнения детям всегда интересны, потому что это не монотонная работа, это разнообразные комплексы с обручами, с лесенкой, с координационной, которая дает очень много в подготовке бадминтонистов. В этом году летний лагерь на базе спортшколы прошли 94 ребенка в возрасте от 7 до 14 лет. Уровень подготовки разный, но настрой один на результат. Две смены по две недели. Каждое утро начинается с гимна России, который ребята знают наизусть. Основное тренировочное время спортсмены проводят в зале. Под руководством наставников оттачивают мастерство и готовятся к соревнованиям, которые начнутся в августе. Всего в Одинцовском отделении по бадминтону занимаются 403 ребенка. Работают 24 тренера. Каждый месяц новые победы и результаты. Из недавних успехов – третье место на первенстве Московской области воспитанницы школы Луизы Аюбовой. Проиграю, выиграю, никакой разницы. Главное, чтобы мне... получила от этой радость, то, что я хорошо играла. Вот я выхожу на площадку, ой, молодец, я сделала вот это, хорошо получилось. Умение мыслить стратегически, реагировать молниеносно. Спортивные тренировки подкрепляются занятиями по шахматам. В этом направлении с бадминтонистами работает тренер Михаил Бенч. Ребята увлеченно играют, стараясь обойти соперника за шахматной доской так же уверенно, как и у сетки. Раз островок! Два островок, три островок, четыре островка, а здесь только два. Один маленький островок и один очень большой. Это лучше. Можно выйти, да. По итогам летних занятий каждый воспитанник спортивного лагеря получает сертификат «Самые упорные спортивные разряды». Отдельная благодарность тренерам от спорткомитета районной администрации. Дипломы вручает директор школы Владимир Леонтьев. Неутомимый труженик, такой же, как и его сплоченная команда. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».